Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика», в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Защитить права. Более 52 миллионов рублей. Такова задолженность по зарплате в республике. Резкий скачок цен. В Чебоксарах провели ревизию цен на базовые продовольственные товары. 7 лет вместе. Таванрадио отмечает свой день рождения. Резкий скачок цен на отдельные виды продовольствия стал поводом для обсуждения на одном из заседаний правительства страны. Президент дал недельный срок на решение этой проблемы. Повышение цен на социально значимые продукты недопустимы в это сложное время. В Чувашии тоже выросли ценники на подсолнечное масло, сахар, макароны. Насколько, проверили участники специального рейда. На повышение цен повлиял рост транспортных расходов, использование сложных логистических схем поставки продукции и отсутствие собственных крупных поставщиков, считают специалисты. Но все эти причины вряд ли поймут покупатели, вынужденные тратить на покупку продуктов все больше денег из семейного бюджета. Ну, мне это не нравится. Сахар подорожал, во-первых. Макароны подорожали, все подорожало, хлеб подорожал. Как с вами бороться? В этом магазине достаточно часто покупаю. Всякое было. Бывало, что вот, ну, в последнее время цены очень выросли. Но можно найти и акционные позиции. В Минэке провели ревизию цен, сравнили с показателями, которые рекомендованы министерствами промышленности, сельского хозяйства и федеральной антимонопольной системы. Например, цена за литр масла не должна превышать 110 рублей. В принципе, мы видим, да, цены примерно подходят под эти показатели. Есть ниже ценовая позиция, есть выше ценовая позиция. Также проинспектировали цены на сахар. Было выявлено, что цены на сахар завышены на 90 копеек. Это немного. Была дана рекомендация магазину скорректировать цены. В магазине считают, что наценка и так минимальная. Дело в поставщиках, повысивших цены. Закупочная цена на масло подсолнечное подорожала, но мы оставляем такую же наценку. Сахар, песок привозной, естественно же, мы делаем 5% наценку только. В ближайшее время планируется подписание соглашения между Минпромторгом и Минсельхозом России. К нему подключатся и товаропроизводители. Региональные сети тоже готовы присоединиться к соглашению. Планируется на ряд социально значимых продуктов заморозить цены до 1 марта 2021 года на уровне, который будет установлен в документе. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Более 52 миллионов рублей задолжали своим работникам организации республики. Из 24 должников по зарплате 17 банкроты. У них основная сумма долга более 48 миллионов. Эти цифры прозвучали сегодня на заседании межведомственной комиссии при главе республики. Количество людей, которые обращаются за помощью в инспекцию труда с жалобами на невыплату зарплаты, растет, отметил главный госинспектор. Сотрудники ведомства совместно с прокуратурой Чувашии постоянно проверяют предприятия и организации должники. За нарушение требований трудового законодательства в части оплаты труда в этом году привлекли к административной ответственности 264 должностных лица. Сумма выписанных штрафов более 6,5 миллионов рублей. Иногда приходится применять и более жесткие меры. В целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности в связи с нарушением законодательства об оплате труда в соответствии с статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 9 руководителей предприятий организации Чувашской Республики материалы направлены в Следственный отдел и Следственный комитет Российской Федерации по Чувашской Республике. Как итог, могу сказать, что в текущем году в результате совместных усилий с органами прокуратуры и органами исполнительной власти Чувашской Республики незаконно задержана заработная плата, выплачена 1995 работников в сумме 38,4 миллиона рублей. В прошлом году за 11 месяцев 2019 года незаконно задержана заработная плата была выплачена 5436 работников в сумме 162,9 миллиона рублей. Поясняю, что в прошлом году у нас было большое погашение долгов по заработной плате перед работниками Чувашавтотранса. Задолженность по зарплате недопустима на любом предприятии, независимо от его статуса, подчеркнул Олег Николаев. Надо усилить работу с учредителями и руководителями организаций. Они вместе несут ответственность за состояние дел. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Дмитрий Салманов, Республика.
Правительство России установило новый порядок стимулирующих выплат медицинским работникам, участвующим в лечении и контактирующим с пациентами, зараженными коронавирусом. Срок продлен с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. О деталях говорили сегодня на брифинге в Доме правительства. Специальные доплаты за работу в особых условиях. Кто может на них рассчитывать? Это, значит, врачи, средний, младший медперсонал, работающий как в стационаре, так и в поликлинике, в службе скорой медицинской помощи, это и в патологоанатомических отделениях наших, а также фельдшера и медсестры по приему вызова скорой, а также водители скорой медицинской помощи. Для того, чтобы получить стимулирующую выплату, не нужно оформлять дополнительные документы. Их готовит фонд социального страхования, исходя из той информации, которую предоставляют медицинские организации. Врач круглосуточного стационара получает 960 рублей, соответственно, да, за одну нормативную смену. Средний медицинский персонал – 474 рубля. Младший медицинский персонал – 268 рублей. Если мы посмотрим на скорую медицинскую помощь, то врачи – 840 рублей. Берем средний медицинский персонал – 420 рублей. Конечно, одним из самых важных вопросов стали выплаты медикам, которые в ходе работы заразились коронавирусом. Если медицинский работник, значит, заболел коронавирусной инфекцией при исполнении своих должностных обязанностей, соответственно, он получает выплаты в размере 668 811 рублей. В постановлении предусмотрены и особые случаи. Но и жизнь есть жизнь. Также предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам, если они стойкую утрату трудоспособности получают. И у всех последствия разные, есть и такие случаи. Соответственно, выплаты здесь тоже дифференцированы. И при инвалидности первой, второй, третьей группы. Ну а если, не дай бог, но это тоже жизнь, происходит в итоге летальные случаи, выплаты получает семья. На сегодня выплаты получают более 8 тысяч сотрудников в 40 медицинских организациях. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Сегодня состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции в Чувашии. Каждая такая встреча – это цифры и факты, разбор причин и принятие решений. Наиболее коррупционно уязвимая сфера сегодня – закупки. Действующий федеральный закон, к сожалению, оставил немало лазеек для недобросовестных участников всевозможных торгов и аукционов. Он явно нуждается в доработке. Глава региона уверен, что вопросы о коррупции в этой сфере снимутся после централизации функций по закупкам и переводом их на цифровые платформы. В республике такая работа уже началась. Открытость, прозрачность и эффективность никто не отменял. Мы со своей стороны с вами будем и дальше работать над тем, чтобы максимально делать прозрачным и открытым деятельность органов исполнительной власти. Для этого в этом году достаточно много процессов запущено. То есть это и централизация функций, и выработка единых стандартов деятельности, максимальные прозрачные государственные закупки, где больше всего происходит, как бы, есть поле для коррупционных деяний и так далее, и так далее. Еще одна важная составляющая работы – создание в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции. Ведь в ней участвуют две стороны – дающая и принимающая. И закон нарушают обе. Вновь к ситуации в Новочебоксарске. Мы уже рассказывали, что более недели назад жители Новочебоксарска жаловались на неприятный запах хлора и гари. Тогда специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Вчера прокуратура города Спутника, представители Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства вновь вернулись к этой теме. Вместе с ними в Новочебоксарске побывала наша съемочная группа. Специалисты Роспотребнадзора и ФМБА провели контрольные замеры по различным адресам. Концентрация хлора и гидрохлорида была в 1,5 раза больше. Да, действительно, 7 числа подтвердилось в нескольких частях города, значит, повышенные фоны. На сегодняшний день в городе существует штаб из всех служб и подразделений, кто имеет возможность, в том числе в наличии лаборатории, проводить, значит, определенные анализы проб воздуха. 8, 9, 10 и по сегодняшний день у нас все в норме. Прокуратура города Спутника по факту загрязнения атмосферного воздуха возбудила уголовное дело. Источник выясняется. В ходе расследования будут назначены и проведены соответствующие экспертизы, проведены следствия действия для того, чтобы установить источник загрязнения.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры города. В городе Спутники находятся несколько промышленных предприятий, которые используют в своем производстве хлор. В больших масштабах его производит «Химпром», поэтому проверку начали с него. Сотрудники МВД произвели съемку с квадрокоптера, сняли территории других промышленных предприятий. На камерах отчетливо видно большое скопление выбросов в виде облака. Мы осуществляем федеральный госсанэпиднадзор в отношении ПАО «Химпром». И в результате ежедневного мониторинга нами контролируется санитарно-защитная зона ПАО «Химпром» и контрольные точки на территории города Новочебоксарска. В них мы ежедневно отбираем пробы атмосферного воздуха, и аккредитованная лаборатория анализирует воздух на соответствие предельно допустимым концентрациям. В период с 7 по 11 число порядка 200 проб было проанализировано. Анализы проводились на вещества, специфичные для деятельности ПАО «Химпром» и ряда предприятий, расположенных на его территории. До 7 числа специалисты нашей лаборатории фиксировали превышение по хлору и по гидрохлориду. В последующие дни превышения зарегистрировано не было. Директор ПАО «Химпром» утверждает, что на заводе работает целая система контроля, защиты и предупреждения возможных выбросов. Завод строился не для этих целей. Завод строился для выпуска совершенно других видов химической продукции. И его инфраструктура, в том числе для нейтрализации, была рассчитана на гораздо большие и более вредные вещи, чем то, что мы делаем сейчас. Мы поднадзорны, бесконечно, постоянно поднадзорны. Действительно, мы являемся особо опасным производственным объектом. Мы очень много производим опасных, вредных веществ, но мы умеем с ними обращаться. Делать выводы пока рано. Идет расследование. Нам показали, открыто показали всю систему защиты, которая есть на «Химпроме», о тех мерах, которые предпринимает и предпринимал завод для избежания подобных ситуаций. Выводы делать рано. Будем работать над тем, чтобы минимизировать вероятность повторения такой ситуации в дальнейшем. Екатерина Шеверова, Николай Скворцов, «Республика». В соответствии с указом Владимира Путина 2018-2027 годы в Российской Федерации объявлено десятилетием детства. Что сделано за 2 года и какие коррективы нужно внести в план действий на будущее, обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. План десятилетия детства до 2020 года состоял из 15 разделов и включал в себя 70 мероприятий. Была проведена серьезная работа по повышению уровня жизни семей с детьми. Многое сделано в плане образования, обеспечения современной инфраструктурой. Отдельной темой стало культурное развитие детей. За этими словами стоят конкретные цифры финансовой поддержки малообеспеченных и многодетных родителей, адреса новых досуговых и спортивных площадок, современные технологии в образовании. Всего не перечислишь. По большому счету, все мероприятия, которые были запланированы, они выполнены. План был хороший, работа проведена большая. В основе, конечно же, ребенок. Они все были направлены на стремление к тому, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми. Сегодня правительство России формирует федеральный проект плана основных мероприятий десятилетия детства на период до 2027 года. Наша с вами задача – слушать и слышать самих детей, чего они хотят, чего им надо. И соответствующим образом, исходя из этой информации, далее планировать свою деятельность. Поэтому просил бы, исходя вот из этого подхода, скорректировать те протокольные решения, которые сформулированы, ну и, соответственно, дальше организовать работу. Будущий план мероприятий должен синхронизовать деятельность всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и общественных организаций. Ведь от того, как мы относимся к нашим детям, можно судить о моральном здоровье общества. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, «Республика». В Чувашии продолжается акция «Спасибо вам, родные доктора». Тематические печатные цифровые баннеры уже появились во всех городах и районах республики. Готовятся и арт-объекты – фигуры в форме сердца, которые будут оснащены нишами для сбора благодарственных писем. Акция «Спасибо вам, родные доктора» – это возможность еще раз высказать слова благодарности тем, кто, спасая чужие жизни, рискует своими, тем, кто борется до последнего, невзирая на риски. В это напряженное время им нужны слова поддержки, внимания. Свою признательность медикам может выразить каждый житель республики. Это могут быть открытки, рисунки, сладкие подарки. В социальных сетях идет флешмоб с одноименным названием. Мы понимаем, что наше внимание, так скажем, наверное, потребителей их услуг, да, на сегодняшний день для них это очень важно.
А самое главное, если мы уделяем внимание этим врачам, мы, наверное, и сами будем более бдительнее относиться к своему здоровью. Но очень хочется, чтобы к Новому году у них так или иначе в глазах появился свет, появилось состояние надежды, что в конце концов мы подходим к какому-то рубежу, к какому-то окончанию этой страшной пандемии, и к Новому году будет все хорошо. В Санкт-Петербурге может появиться улица имени Петра Егорова. Известный российский архитектор – наш земляк. Его работы имеют мировую славу. Глава региона Олег Николаев поддержал инициативу директора фонда культурно-исторического наследия «Память поколений» Евгения Дмитриева и направил обращение к губернатору Северной столицы. Егоров Петр Егорович родился в 1731 году в Курмышском Ядринском уезде. Получив прекрасное профессиональное образование, он с головой ушел в архитектуру. В числе его самых знаменитых работ – Церковь Рождества Христова на Песках в Санкт-Петербурге, которая сейчас воссоздается. Церковь Святой Екатерины в Эстонии. Шедевром мировой культуры признана ограда Летнего сада. В 2021 году республика отметит 290-летие со дня рождения Петра Егорова. Начнется этот марафон концертом благотворительным. Предполагается, что он будет проведен на площадке Театра оперы и балета 13 мая. Сразу после концерта предполагается в Национальном музее выставка, очень серьезная выставка, посвященная Петру Егорову. Вот здесь будут экспонироваться артефакты с разрушенного храма Рождества Христова на Песках. Кроме того, рассматриваем мы очень важный момент – это подготовка публикации книги. Сборник будет называться «Петр Егоров – наш современник». Участники, люди, исследователи, ученые, публицисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии и Чебоксар, разумеется. Увековечивание имени нашего земляка в Санкт-Петербурге – дань памяти поколений. Очень важно нам, ну, во-первых, помнить о таких людях. Во-вторых, популяризировать и доводить информацию об их деятельности до ныне живущих людей. Если мы будем знать об этом, доводить до людей и гордиться этим, конечно же, я думаю, что таких талантливых людей еще будет больше. Тех людей, которые родились, выросли в Чувашии. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. В Чебоксарах определили 54 площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники. Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте городской администрации. Это специальные места в районах города, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Там нет деревьев, линий, электропередач. Расстояние от жилых домов не менее 50 метров. Администрация города напоминает, что за запуск фейерверков в неположенном месте грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Если запуск приведет к пожару или повреждению чужого имущества, причинению вреда здоровью человека, то размер его будет в несколько раз больше. 7 лет исполнилось Таван Радио. Что изменилось за это время на волне 103 FM, расскажут мои коллеги. Азаматушкан, кавакуш, ятла и руба эфир до пульча, аплабул засан, сиренька малорада, тиве штерджа. Канал вещает круглосуточно на двух языках, русском и чувашском. В эфире хиты современной российской и чувашской эстрады. Формировать музыкальный плейлист во многом помогают сами слушатели, сотрудники родного радио, постоянно с ними на связи. Каждый час свежий выпуск новостей, ежедневно утреннее шоу, актуальные интервью, программы для детей. Делают все это профессионалы. Приходя на работу, интересно и хочется видеть тех людей, с которыми ты работаешь бок о бок каждый день. На самом деле, в течение всего дня, особенно зимой, когда не хватает солнца, находиться в одном и том же коллективе бывает иногда сложно. У нас таких проблем нет, и это радует, потому что творческая составляющая, которая наполнена просто на все 103%, наверное, ну, за моей спиной сейчас частота Чебоксарского радио, как раз-таки вещание. Только так может творческий коллектив существовать вместе, и пусть так у нас будет всегда. 7 лет, 7 зон вещания. Ко дню рождения радиостанции расширилась территория охвата. Родную речь можно услышать и за пределами республики.
Таван Радио – это идейная, творческая, креативная команда, которая ежеминутно, ежечасно дарит хорошее настроение своему слушателю. Очень приятно понимать, что радио в основном слушают для поднятия настроения. На работе, дома, за рулем, неважно где. Приятно понимать, что Таван Радио вещает и помогает поддерживать в течение дня бодрое, приятное, позитивное настроение. В рамках празднования прошел конкурс «7 поводов слушать Таван Радио». Сегодня определили победителей. Это были главные новости среды. До свидания.